Здравствуйте, меня зовут Рамеш, я студент 4 курса специальности туризм и гостеприимство. Я сам из Гродно, давно уже тут живу. И когда пришел момент выбора университета, было очень легко найти наш университет. Вот. Также по отзывам некоторых студентов, которые уже учились, даже по моей специальности. Больше всего мне нравится в университете именно то, что есть много возможностей как развиваться творчески, так и в научной сфере. Касательно моей специальности, мне так повезло, она очень так обширная. Если я захочу пойти на магистратуру, то у меня есть множество специальностей, которые моя специальность подходит для магистратуры, что очень удобно. Нашел много друзей, как и белорусов, так и иностранных студентов. До сих пор с ними общаемся и будем общаться. Сейчас я на бакалавриате, собираюсь поступить в магистратуру и найти тут работу, потому что мне тут больше комфортнее, удобнее, уютнее. Да, я с детства тут живу и учусь.